Школьная пора, и при всякой погоде пропадали пропадом мы во дворах. Через года слышу мамин я голос, значит, мне домой возвращаться пора. Через года слышу мамин я голос, значит, мне домой возвращаться пора. Босоногие девчонки и уже других качают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. А записки с грамотками все летят ко мне из детства. Беспокоит моя память никуда. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. Ну, в принципе, чувства очень противоречивые у меня, потому что, с одной стороны, я рада, потому что это уже переход на следующий этап моей жизни, и школа осталась позади. С другой стороны, это очень грустно, потому что тут моя семья. Мой класс – это, на самом деле, моя семья, и школа – это мой дом, и мне грустно оставлять это все. Для меня это очень знаменательный день, так как мы заканчиваем нашу любимую школу, мы заканчиваем, не будем слышать этих звонков, этих замечаний и всего прочего. Но это очень грустная для нас новость, так как мы, я люблю эту школу, она мне многому научила. Собираюсь в Германию, я хочу учиться. А почему? Ну, потому что я считаю, что в Германии ту профессию можно выучить лучше всего, а потом приехать сюда и здесь уже поднимать экономику и уровень нашей страны. Я уже поступила, собираюсь уезжать. Куда? Во Францию. А почему во Франции, а не в Молдову? Ну, во Франции, мне кажется, обучение немного лучше, чем у нас. Не в обиду в Молдове, но, мне кажется, Европа чуть выше на этом уровне. Моменты вот школьные детства, когда мы еще были вот помладше, когда мы бесились по школе, как бы так, а уже стали повзрослее, стали вести себя более-менее спокойно. Конечно, сегодняшний день очень счастливый, мы все долго ждали этого дня. И довольно жалко прощаться с школой, потому что без всех одноклассников, без учителей будет скучно. Я вот занимаюсь в художественной школе, поэтому мне задали на лето сделать 60 работ. Поэтому я буду делать работу еще, вот я создала свой эко-кружок и буду убирать лес. Этот день для них очень важен, этот день очень трогателен для них. Потому что, вы знаете, они прощаются со школой, говорят «до свидания», «спасибо своим учителям». И в то же время впереди у них открытая жизнь, понимаете? Им нужно выбрать свой путь в жизни. Им нужно найти ту дорогу, под которой они пойдут и по которой они будут счастливы. Я думаю, что они выберут сложную дорогу, потому что когда человек преодолевает какие-то препятствия, он всегда находится на высоте. Когда нет преград, человек просто, жизнь человека застывает.